Привет. 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 Это у тебя бомба в руках? Это джойстик. Что ты с помощью него делаешь еще? Записываю голос. У меня такой вопрос к вам ко всем. Что бы вы сделали, если бы проснулись девушками на 8 марта? Я бы повесился. Я бы изучал новое тело. Я бы хотел попробовать твое новое тело. Так, самые неожиданные подарки, которые вы дали. Лук. Что? Лук. Лук? Такой красивый лук, знаешь, большой такой. Вот такие вот. И что она с ним делала? Она? Чит она сразу, может это я. А, ну может быть я, ну окей, хорошо. Лук. Я а ты что дарил? Я дарил лопату. У меня друг подарил горшок, я ему в ответ подарил лопату. А мы сейчас говорим просто про подарки или, или на 8 марта? А, про 8 марта. Я лук подарил, да. Ну и с такого неожиданного я фейерверк подарил. Я периодически скандалы дарю, так получается. Такое. Так, песенка, которая в голове с утра крутилась. Привет, ребята! Привет! Привет! Где-то мы вас видели. Да-да-да, Толик. Если бы вы на 8 марта девушками проснулись, что бы вы сделали? Я бы сделал вот так. Это первое мое действие было. Неважно, в какой бы день это было. Но я бы пошалел бы. Пошалил. Немножечко шалю просто. Не знаю, сделал бы памятное фото. То есть ты понимаешь, да, мы бы не это расстроились. Вот так, в принципе. Так, самый неожиданный подарок на 8 марта. Нам не дарят ничего на 8 марта, к сожалению. Цветы. Неожиданно, ну да, цветы самый неожиданный подарок. Мне кажется, да, 8 марта все женщины ожидают подарок, поэтому удивить их довольно-таки трудно. По крайней мере, они делают вид, что это было неожиданно, но я не думаю. Я думаю, немножечко все-таки лукавят. Как вы думаете, месть будет за 23 февраля? Мне мама подарила посуду на 23 февраля, и я очень благодарен, потому что я ее уже не могу год купить. Вот, и поэтому мстить я не собираюсь нисколько. Да нет, какая месть? Подарки были прекрасные. Никто не подарил носки и бритву. Путевку дали, в чужие дали. В самолете не поспали, а теперь песок в сандали. Мне не до смеха, куда приехал? Отель, багаж, очки, аптека. Вечером дискотека. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Счастья вам, любви, женщины, девушки, девочки. Мы все делаем для того, чтобы вам было хорошо. Вам сейчас хорошо? Если хорошо, поднимайтесь, поднимите руки выше, покажите мне хорошо. Все! Женщина, я танцую, женщина, а я танцую, улыбаться. Она не все улыбаться. Женщина, я танцую, женщина, а я танцую.